Привет всем! Сегодня у нас 18 июля, и кашу траву в огороде. В общем, надо немножко почистить здесь краешек, то после дождей прям все позаросло. Было прополото, а вот теперь это все опять заросшее. Вот так вот прополол все сбоку, причем капусту. Такие вот кучи целые травы, кабачки тоже. Ну и надо сейчас все это собирать в мешки. И в огороде тоже травищи уже много, но ботва большая, поэтому уже туда не пойдешь полоть. Дожди пока шли, недели две вот этих, все позарастало. Ну, буду собирать сейчас в мешки траву. Ну и вот так вот цветет картошка. Весь огород. В этом году больше красной картошки. Белой как-то не так много. Именно белого цвета. Ну и трава, она уже вся внизу. А поверху только вот если липучка вот эта вот растет, ее, конечно, можно вот убрать. А так, в принципе, уже трава как бы картошки не помеха. Потому что ботва большущая. Ну и вот так вот цветет. Получились целых 4 мешка бабушкиным хрюшком. Такая травка. Цветок вот этот начинает распускаться. Скоро расцветет. Сегодня небольшой ветерок. А так погода очень хорошая стоит. Дождей немного. В основном сухо вот так вот. Ну и все потихоньку растет. Расцветают бархатцы. И вот такая вот уже выросла капуста, брокколи. Надо будет скоро начинать срывать ее. Вот это вообще огромный уже качан. Такая вот головка большая. В общем, надо что-нибудь приготовить с нее будет. И уже кое-где начали такие дымки образовываться. Хорошая такая большая. Там вот еще одна. И там где-то в листьях еще есть. И раннюю капусту уже тоже вовсю срываем. Такие уже хорошие кочаны наросли. Вот такая вот капусточка. Надо ее обмыть. После дождей она немножко грязноватая. Так вот, тяжеленькая, хороший качанчик. А лапочка у нас отдыхает от котика. Так вот, теплица. Доел перед котика уже. Он стал такой кусачий, кусает ее. Она уходит иногда. Ну все, сейчас опять пойдет кормить, да? Пошли домой. И будем обжаривать баклажаны. Добавили вот такую вот приправу карри, соль на растительном масле без добавления муки. И укореняю усы от земляники. Это у нас ту, которую мы вписывали в этом году. Она особо не цветет, поэтому с нее можно брать совершенно спокойно усы. И в принципе ягода была. Даже есть ягодка. Такая вот. Довольно она все равно крупная и очень сладкая. Такая сладкая-сладкая.
И вот эта земляника называется сорт Зенга Зингана. Она устойчива к земляничному клещу. У нее все листики чистенькие, вообще хорошие. Поэтому оставим усы. Такая вот земляничка. Усы такие большие. Очень много их, кстати. И другой тоже земляники, которая хорошая. Вот эта земляничка хорошая. Ягод все равно здесь будет много, потому что она только еще зацветает, цветет. Вот этот тоже кустик. Ну, тусик от него оставили. И второй сорт называется Альбион. Ягодка тоже у него крупная, вот такая вот. Надо будет тоже оставлять усы. Благо, их тоже довольно много. Идут и идут. Это ремонтантная, то есть если Зенга Зингана она как бы один раз плодоносит, то это ремонтантная земляника. Такие ягодки. В общем, здесь пускай укореняется. Что-то также укореним в стаканчике. И рядом тоже вот такой симпатичный кустик. Много ягодок. Петунья вот все цветет и цветет. И на вот этой грядке удалили всю старую землянику, которая, в общем, неважнецкая. Какие-то кусты непонятные, листья стали чернеть и как-то закручиваться. В общем, толку с них нет, с этих кустов. Все они вот были удалены. Петуния цветет. Так вот. Вот это особенно такая вся красивая. Советовали обрезать вот эти ветки. Но не буду этого делать, потому что у нас лето небольшое. Пускай уже так цветет. Уже на будущее будем знать, что лучше вот так вот по несколько саживать. Здесь что-то отрастет. От низу тоже зацветет она попозже. Потому что лето короткое уж. Хочется сейчас пускай она цветет, чем на будущее оставлять. Флоксы тоже все в цвету. Ну и эта петуния тоже так вот цветет. Всем, кому видео понравилось, было полезным, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями и заходите почаще в гости. Всем пока-пока и всего самого-самого доброго.